Зреть начало эры разрушения! Логи. Ничего. Выйдите из огня, пожалуйста. Генерал, как так? Да завтекал. Пока тут разделину. Шлагбаум, генерал. Бежали. Меня КД. Котенок, подними Моссу. Мосса, подними адмирала. Бежали. Стоп. Это пизда. Ложитесь, ложитесь. Зайдите в огонь. Что, ложиться точно? Да. Два хила упало. Восемь человек по 250. Не будете давать БР вовремя, будете дальше падать. Лёх Вага спрашивает, срез делать? Клубо на КД было. Я знаю. 4 минуты КД. Попадать. Еще 4 минуты КД. Пока тут, а 3 минуты. Давайте баф. Стоит. Напоминаю, не можете отслеживать метеорит и огонь. Это сразу 1000. Это самое легкое, что здесь может быть. Легче некуда. Даже по поводу мелкого трэша, блять, никому париться не приходится, потому что есть танк, который танчит. Мелкий. Если вы не можете немножко дальше от босса отбежать и посмотреть, в какую сторону пойдет лужа, это ваши проблемы. Давай проверку. Поехали. Женуэн. И войдите в нас. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения. Если кто-то где-то провалоёбит или прослакает, это давай приедет. У вас 25 человек, если кто-то с 25 человек валоёбит или слакает, это однозначно давай приедет. Те, кто валоёбит или слакают, будем начислять, чтобы быстрее привыкли. Потому что некоторым не в прикол за вас сидеть тут 2 часа и травить этого босса.
жанре. Жаль. Я не буду анонсить огонь, сами смотрите уже. Далее никто не заходит. Заходим. Первого босса отошли на Макс Рэнш стали. На первом лезу. Заебись. Нахуй уби. Кто сорвал Грокова? Рога какой-то не успел мне глянуть, увидел только что волны не желтый был. Чего Рога? Может Хант ты хотел сказать? Да, Никитос. Хант, это был Никитос. А, ну я просто, когда Рога повернулся, глаза опустил, желтый был, наверное, уже. А почему агро так плохо набирается во тьме? Потому что когда во тьму заходите, все, агро сбрасывается. Тебе что, стакер сбрасывается? Нет, я стаки выпускаю, захожу, выпускаю стаки, они еще раз набираются, потом еще стаки, и после этого уже агро срывается. У тебя есть предположение, что на него свет не проходит. Потому что если в маленьких мобов у меня таунт не работает, а это возможно и там. Маленьких. Кидайте сурва наоборот в этот свет, потому что он его вешает. Он же не соло, он ОЕ. Нет, проблема в том, что не то, что срывает, а именно набор агро, когда стаки скидываю, почему-то очень маленькая. Цель от него на пула никакого. Ставки убить. Будет перерыв или нет, или мы так и будем сидеть и долбить его бесконечно? Леш, зайди поначисляй, а то мы так долго соображать будем. Не волнуйся, я все начислю. Уже ГП расписано на 10 тысяч больше. Блять, да встань ты, не прыгай, а. Рыба стоит. Драгонсон, Калат, Нерте, Провокатор, Котенок, Бразилина, Адмирал, Мосса, Никитос. Хватает, да хуя людей закинь. А мне за что? Что случилось там? А кого-то за что? Ты же смотришь там стрим, ты же все видишь. Ну объясни мне, я не видела, за что мне ГП дали. Ну или смерть на первой фазе. Ты видел вообще, как она произошла? И не важно видеть. Ну вот можно... именно, ты же смотришь стрим, ты же даешь какие-то аргументы. Смотри, для этого, чтобы дали. Сдохла? Я выносила метку, и потом, получается, когда была вторая фаза, кинулся этот метеор. И тогда я сдохла. И тогда ты сдохла. Тогда я вынесла метку, кинулся метеор. Поднимите меня. Ну и что тебе мешало отбежать от метеора? Потому что я стояла как раз прям в этом уголочке, где кинулся метеор. То есть мне, если только перебегать к ребятам, только через него. Через огонь. Пока летит, есть время дохуищ. Выбежать, отбежать. Ну куда-то. Посмотри стрим, Лёш, в чём проблема, я не понимаю, как я умерла. Давайте уже потом. Ну просто это просто ГП из пустоты вообще.
некоторых по 3000 он уже ГП, а у тебя только сотый. Да мне не важно вообще другие люди. Бежали. Бля, я завис, короче. Сори. Это уже не серьезно, ребята. Да я говорю, дай теперь. Бля, на тут залажало, тут взять. Я не про тебя говорю, я про котенка говорю. Да я вообще, в принципе, это говорю. Метеор. Да. Вчера Геру дали. Что Геру дал? Простя. Я говорю, пролагал. И случайно, короче, выкажал. Минус 5 шансов. Вообще никто не должен умирать на первой фазе. И кто? Корсия, броня. Доска темная. Кого-нибудь лёж, Берри, а? Да не надо ложить. Нет, сложиться надо уже давно. На первой фазе никто вообще сдохнет. Нету права, этот, Кир... Так мы сейчас падаем или нет? Да! Уже упал. Кир, здесь? Да. Заходи вместо котёнка, меняй котёнка. Чем? Так, я релок сделаю. Свет, тьма. Свет. Шкаф поставьте. Мне плюс они. Куда тебе плюсануть? Я в шестой группе. А, вижу. Сильнее, сумоньте бафы и поехали. Поставил. Смерть на первой фазе 1000 ГП. Забывайте про это. Уже он сколько людей получило по 1000. Марси, это где? Я пытаюсь зайти, мне не заходит. Загрузился. Давай, мы тебя только ждем. Ну, извините. Пробахайте. Мне заполнено.
пробафайте, тут рыба стоит. Подземелье заполнено. Что рассказать? Кто не вышел? Котенок. Котенок вышел, котенок в драконьем погосте. Сейчас вышел. Он уже давно вышел. Только что он вышел при всех. Давай проверку и поехали. Тимыч, ждем адмирала. Адмирал. Выйдите, босс. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры. Давайте, ребят, уже задрало каждый пул хуже предыдущего. Давайте нормально сыграем. Пока внимательность не проснется, хер вы что, нормально сыграете. Единственный босс, где нужно внимательно. Не надо меня просить анонсить дебаф, вы сами должны его видеть. Кирс, ты избранный? Прибежали. Чего по боссу стоишь, говорю? Это копия. Чего у тебя копия по боссу стоят? Да ты смеешься? Носы по Тимычу. Тимыч, тысяч. Что у нас там делают? Не знаю. Слакает, походу, не ловит. Танчит мобов. Тимыч дох. Побежали. Провокатор, уходи, у тебя метка. Тимыч встает-то. В мире сумерек вы найдете лишь страдания. Пробафайте его. Заходим. Никто не бьет, дайте ему на пульт сломать. Никто не должен бить, вы должны, блядь, подождать, пока первое лезвие будет. И стать на первое лезвие. Сейчас буду крутить. Готовьтесь. Впрочем. За мной. Левее, левее, левее. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Ты сейчас умрёшь, Рога. Левее. Еще левее. Левее. Звездочки, стойте. Кладбон, сместись левее. Даже мое готово будет, а не твое. Звездочку просто встали. Наперед дохуя пробежали вроде бы. Что, походу лезвие на вас появится. Так и знал, что Тима сейчас сдохнет.
не знаю, я много раз сказал, что вы встали в звездочку. Почему становилось левее или правее, я не понимаю. Под жопу выходим в портал. Теорит, отбежали все. Мирал, стой на месте. Мирал, ты нормально, блядь? Нахуй ты через лужи, блядь, идешь? На месте, говорю, стой, блядь. Бьем трэш. Ты сказал, когда я уже почти... 90%. Танка положили. Чё с хилом? Цвету. У босса было 90% на момент смерти танка. Выбей. Первый нюанс. Нахуя вы когда бежите с перехода на вторую, на третью фазу, нахуя вы бьете во тьме босса, бежите, блядь, еще кастуете что-то. Адмирал касается тебя тоже. Дальше, блядь, вы выходите, блядь, метеорит появляется прямо под вами. Кстати, не стопнули, блядь, ДПС перед 50%. И вот такая хуетень не вышла. Потому что вы вышли, и сразу метеорит появился. Стопнут ДПС, блядь, надо. Если вы видите 53% у босса, 54%, блядь, стопаете ДПС и ждете следующего лезвия. Лезвие появляется, начинаете ДПСить. Это каждый должен понимать. Не только, блядь, тут это каждый должен понимать. Увидели 53% босса, стопнули по боссу. Как только начало идти лезвие, начинаете переводить босса. Это все должны знать. Сдохните там, кто там не сдох еще до сих. В чем проблема, блин? Тимыч плюс 2000 за вторую фазу. За туп на первой 1000, на второй 2. Мне слышно? Да. Лёха, можешь объяснить, пожалуйста, какого хрена, когда просто так, блядь, сидят и МГП не херачат? Я последнее, что услышал, только... Всем раздаю. А? Я всем раздаю. А, На первой фазе сдох только ты. Ну, у меня подлагнул, я не спорю. Начали там какой-то хрень нести, у меня потом залагало вообще просто. Здесь я ничего не... Вопросов нет, просто по всякой херне говорят. Это отвлекает. Никто не анонсит, блядь, первый раз пришли. Ну, в смысле, точнее, после пятого этого согласен, что там уже должны это. У тебя ДБМ не стоит? Я все знаю, я вас всех запутал, так приятно стало, сразу лагать перестал. За все, если ты посмотришь стрим, за все эти, я вначале только падал, потом я от них все нормально, я отбегаю и все. Сейчас подлагнул один момент и флут отвлек, все. Не знаю, никакого флута нету, все говорят по делу. Ну, окей, если ты так видишь. Мешает флут, вышел из дискорда и исполняй. Что, давай потом сказали, что я там не отбейрил или еще что-то? Это не решение проблемы. Замуть всех. Тебе ничто не мешает. Пока сорю, тоже это знаешь много просто. Кроме миски. Тебе сложно, сука, выбежать или, блядь, этот от метеора? Кому мне? Понятно, я сделал, но это не вайп рейда, смотри, ты же создавал правила какие-то тысячи. Понимаешь, ДВ состав. Не относится к вечернему, это первый нюанс. Во втором. Не, ну я понял, все равно это жестко. Если вы хотите что-то проходить, значит будут такие правила. Если вы хотите что-то проходить. Просто дойдет, вот до 5000 дойдет, нахер мне такой человек нужен. Я сразу предупреждаю. Потому что, ну, реально, блядь, с лужи выбежать, это, блядь, ума, ну, вообще,
Много не надо, и от метеора перебежать, то же самое. Вынести дебаф, блядь, к краю купола, это тоже несложно. Тут, блядь, самая простая механика, что может быть. Этому контенту уже 10 лет, блядь. Я не знаю, что тут надо, блядь. Не знаю, какой мозг нужно иметь, чтобы просто вот эти нюансы не исполнять. Контенту 10 лет. Три механики у босса. Больше нету нихуя. Метеорит, лужа, метка. Ну, плюс позиционка отчасти на второй фазе. Войдите, босс. Даже тайминги все полностью расписали вам. Ну ты тоже, блин, здесь, Лёш, не совсем прав. Смотрите сами за процентажем еще. Просто это не прописано, ты здесь как правило. Не нравится, в районе 50%. Черт, не нравится, можете идти на все 4. У меня такая позиция, потому что реально, если вы не можете исполнить банальные вещи, ну, будете получать готов в больших количествах. Жаль. Вагон пронен, Витос. Поздновато ты сказал. В смысле, поздновато тебе сказали? Тебе ДБМ, блядь, стоит нападение метеора. Бля, Леша, я с ночной пришел, понимаешь? Я и так иду в этот дверь, просто помню. Тимыч, у меня двое суток. Если ты можешь сказать, что нахуй я не помню. Причем вот я. Я пойду, бля, сидеть нахуй, в РБК втыкать нахуй, или еще где-то, я хуй его знаю. Ребята, просто вот пришел помочь. Идет пул. Перебежали. Решайте, ложитесь или БР давайте, быстрее. Бейте босса. Давайте БР. ЖНН по кладбону. Тимыч по проне. О, еще один. Не удивить. Что, давай БР попробуем? Да, давай. Пока тут Никитос. Не, помоса. Помоса по Никитос. Адмирал. Он даже танка поставили на трэш, чтобы вас трэш, сука, дебил, а вы все равно. Перебежали. Пока не вставай. Ну ладно, успел. Бафы обновите по этим людям. Быстро залили. Заходим. Еще не можем зайти. Лезай 10 секунд. 5. Не заходим. Не заходим. Начинаю крутить. Крути. Скажешь, когда нам заходить? Заходим. Версай 5 минут. Thank you.
54. Стопнули. Стопнули, все стопнули. Сейчас уходите под жопу. Вот у вас портал стоит. Куда вы ушли? Как ты сказал, под жопу. Он появляется под жопой, но он появился же поближе. Он появляется перед мордой или где-то под жопой? Нет, Кучня, соберитесь, останься, адмирал, блядь, со всеми в одну точку. Свет, стоп. Адмирал, НК, обнови. Босса, побейте. До 50 опустите. Свет бейте. Вы расстали что? У меня. Около зона есть. Свет, стопните свет. Стоп, свет. Нам больше КПС. Кого поднять? Тимыча. Кто? Хорошо. Артемия, поднимешь драгон. Блять, у нас минус 2 ДД во тьме. Сейчас пропадет огонь стан. Провокатор, тебе задача во тьму зайти. Не сейчас, на слезвие. Окей, скажете, когда? Заходи. Босса, опустите. Немножко. Портал, стоп, стоп, босса. Тьма, бейте. Стоп, босса, блядь. Трэш, бейте. Разо, блядь. Блин, пока стой, блядь, ты на этот, на мобов, которые на танке. Кто-то напуливает мобов на танке? Чего тьме? Да. Нахуя вы напулю? Тьма, опустите, свет, по боссу побейте немножко. Ну, диспел. Перебегаем. Ты там задница разворачиваешься. Ну все, падать, хули, падать. Уже. Рин, ты там задница разворачиваешься, что тебя так пробивает или че? Нет. Че тебя так пробивает? Потому что они были выросшие на 5 стаков. Потому что кто-то напулил всех мобов в танка, и они там у него стояли несколько секунд. Кто напулил всех мобов в танк? Ведь не я, на меня не клеветайте. Почему все мобы возят танк? Ну, объявиться не единого. Кстати, вой даже там отмечается на пулы. Может быть, кстати, я хуй его знает. Я не помню. Посмотри. Ну, оно отмечается, как бы. Я сейчас уже не... Ну, понятно, что у тебя отмечается. У меня свое внешнее, просто все. Лёха, у меня на стриме тоже справа отображается, вроде бы, или я там... Я тоже не вижу ни единого напула. А там, короче, ну, неважно, напулили, напулили, просто объективно, по первой причине, по которой могут пойти на меня мобы, это абсорб с меня и хил. У меня из хила и абсорба панцирь, захват рун, удар смерти. Еще аура немножко тикает. Если вкачано, вроде не вкачано. Если бы сказать, что два рестор друида, которые стоят в рейде... Нет, трэш нет. Трэши тебя, чем двух этих рестор друидов, правильно? Что должны с рестор друидами? Ну смотри, два рестор друида стоят в рейде, которые охотают весь рейд. Угу. Трэш выберет приоритете тебя, чем рестор друидов.
когда трэш появился, и у меня 50% хп, и я нажал захват рун, они сразу пойдут ко мне. 100%. Но захил от захвата рун, ну, 10 раз меньше, чем дать одну грозу. Одну грозу дать, ее только надо давать сразу, а не через 30 секунд, когда мобы уже на мне простояли. Да при чем тут гроза? Тут еще есть РДД, ханты, те же самые. Ну любое, любое АОЕ. Гроза, дождь, любой, ледяной, огненный. Иссушение разума. Во-первых. Во-вторых. Если мелкий трэш будет на тебе, и на пулах как бы у меня не будет отображаться, значит виноват ты. Я на мелкий трэш ни одну способность не нажимаю. Ну может на тебе в любом случае есть ход и друида. Если на тебе есть ход и друида, то трэш будет идти в любом случае в рейд. Но никак не тебя. Ну да, у меня есть видео полностью всего этого трехчасового действия. Ни одной раза я на маленький трэш не нажал. Нажимаю только на босса и только на большого ЛП, удар чумы, кровавый удар, поехали. И так папу далее. Проверку. Лужи ни одной не было, даже для босса с пула. Тимыч, скоро перестанешь дохнуть. Рыба будет? Дай рыбу и по. Просто мгновенно туда надо дать АОЕ, если они идут на меня, и все. Больше никак. Народ, если вы не успеваете доливать трэш, вот как сейчас получилось, вы 100% в берсу упрете. Вы не должны ждать, пока пройдет первое лезвие во тьме. Вам надо заходить сразу, блять, как танк проанонсил, заходите. Не надо стоять, добивать трэш. За это время его, блядь, добьют там и те люди, которые остались. Там танк, блядь, соло его убьет, этот трэш. Да, кстати, уже несколько траев, у нас третий метеор падает. Нужно убивать после второго метеора. Ну, то есть переводить на вторую. У босса больше ДПС, чем трэш надо давать на первой фазе. Трэш бьется, блядь, с кливами. Вы не должны бить трэш вообще. Соло таргет, у вас есть третий танк, который выделен, блядь, на этот трэш держать. Его должны заливать АУЕшками. Так, Лёша, надо тогда держать трэш под боссом, а не в стороне. Нельзя трэш держать под боссом, это первый нюанс, потому что упадет следующий метеор под босса, будет вайп рейда. Всё сбоку держится. Как ромбик стоит, вот так держится, и рейд, и трэш, и все держится. А проверку да поехали, чудовище, и выйдет. Этот мир вот-вот соскользнет. Ничего сложного, блядь, нету. Три механики босса, блядь, надо так обосраться. Разрушение. На лезвиях, на лужах и тому подобное. Неужели сложно, блядь, отбежать от босса, посмотреть, в какую сторону идет лужа, выбрать позиционку и дальше дамажить босса? Или увидишь, что, блядь, метеор падает, там ДБМ, блядь, кричит на всю. Перебегите. Сложно просто перебежать под пузом босса на другую сторону. На 2 секунды отвлечься. Метеорит. Здесь трэш должен сливаться как на гидросе. А то уеши. Это опять служа, блядь. Неужели сложно отойти сразу? Вы же видите, куда она идет. Скоро метеор. Побежали. Живой огонь добейте. Уешки не сливайте, он на танках все равно будет.
кадр метод. Кор. Прибежали. Вот это вот третье мне должно быть. Но уже не успеваем по времени. Диспол. Чё с ДПС? Троне, блядь, 13 заходим. Тысяч. Мы не можем зайти. Да сейчас уже ложите. Нет смысла. Два метеора. До третьего метеора надо убивать, потом да, просто время в бирсу. Чё с ДПС? Почему Троне 13 тысяч дает, блядь? Лёш, я думаю, с этим надо заканчивать. Хуя. Да все тут, ну тут все можно убить, просто когда вот этого второго голема большого убили, этот ДПС надо было не в голема дать, а в босса. 2%. У тебя что, понятно, 14 тысяч, блять. А соло таргет, я в трэш вообще не бью. Соло таргет 14 тысяч или че? Ты серьезно? Я умер специально в огне сейчас. У меня была сейчас 6-я позиция в соло-таргет. Ну, в смысле, с трэшем, если сучитывать. Просто там все стоят, когда уже сказали «падайте», все стоят, херачат дальше трэш. Лёх, вот. Блядь, народ, не надо хуярить трэш. Трэша уешками зальётся от миликов. У вас, блядь, вары, у вас, блядь, коты. Надо, блядь, бить босса. Покажите, вот адмирал, давай мне этот урон с первой позиции, вот от трех начинаю. Сколько они в боссы нанесли, сколько они в трэше, блять, по всем позициям. Урок нормально. Вот, блять, роги 53% в трэш, блять, в Халиона 46%. У них 50-50 примерно идет всегда у разбойников. Дальше следующий варов покажи мне. Все, у нас перерыв, 3 минутки. Нет, бафы эту, рыбу там ставьте, бафы. Я 3 минуты дал перерыв, 3 часа. У варов то же самое, хотя вары кливом должны, блядь, бить трэш. Варов, блядь, тоже больше урона в трэш, чем, блядь, у этого. Чем в боссу. В боссу больше урона должно быть, особенно варом с вара. У фурика больше, у варов с вара. Я боюсь. У меня там уже под 95% игра, и мне страшно бить халь. Сложно попросить Денчика, чтоб сальву кинул? Или сальв нету такого в рейде вообще? Бафу давайте и проверку давай. Дай людям перекурить хотя бы 3 минуты, на 3 часа сидим. Реально каждый пул все хуже и хуже. Скорпи после РТ пойду курить и будут курить сколько хотеть. Хватит. На этой неделе, пока РСКХМ-ка не убьется, других рейдов не будет. Можете не надеяться. Завтра. Тогда надо менять последние позиции просто-напросто. Что там на последних позициях? Тимыч, Троня, Кирс. Что? Вы 3 последние позиции. В смысле, 17к это мало? По нанесенному урону, а не по ДПСу. Нанесенный урон вообще. Как можно по нанесенному урону быть на последней позиции, потом здесь? По ДПСу окей, вопросов нету. Но мне не интересует именно ДПС, мне интересует нанесенный урон. Урон по кому? По мобу? По лар этому? Общий. По боссу, плюс по трэшу. По всему. Ну смотри, допустим, тот же рога дает 3700, допустим, урона, да? Трэш 50 на 50. Ты даешь... Я же говорю, окей, я поправлю. Типа, ты даешь там всего лишь 1300, типа. То есть он дает 2 раза больше, чем ты. И по боссу, и по трэшу. Я сказал, поправлю. Давайте это, давай проверку, да и выйдите, поехали. Я дал проверку. Кого нет? Ты человек, конечно. Марсия.
Я вообще не понимаю, откуда такой ДПС может быть? Типа здесь, ну, не знаю, люди накручивают на трэше, блядь, по 30 тысяч. Даже ни у кого нету 30 тысяч. Те же совы накручивают. Коты вообще тут первая позиция должны. А у нас коты, блядь, на последних позициях. Россия. Здесь? Выйдите, босс. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Первая фраза должна быть идеально исполнена. Ничего сложного. Во второй фазе допускаю 1-2 смерти. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть на... У нас уже столько трайв с этой первой фазы, что все уже должны купиться. Метеор. Прибежали. По драгону дайте ПР. Вы прикалываетесь? Да, не могу. Падайте. Ложитесь. Драгонс, лот 5000. Огонь, ну. Миш, до первого метеора умудрились умереть. Нет, просто пьет. Веселого мало. Это все потому что Кирса взяли. Конечно. Со мной такое хуйни не было. Можно, блядь, лужу понять, блядь, куда лужа идет. Вы же видите, куда лужа будет. И стать левее или правее. Как РДД, так вообще можно, блядь, на максимальный рейдж отбежать. До тебя лужа просто никак не дойдет. Лёха, чё ты не зайдешь в рейд сам? Зачем? Мазафакером. Ну, поверь. У вас есть сова, которая дает больше маис. Ну, просто видишь, если бы ты был в рейде, то у тебя бы не было задержки. В стриме есть задержка двухсекундная. Причем тут задержка? Я понимаю, что есть задержка. Тут не от меня зависит, буду я в рейде или нет, что человек выбежит в лужу или нет. Ну ты это быстрее скажешь, может. Просто тут никто не анонсит. Что анонсит? Лужу, которая идет от метеора? Или, блядь, метеор, который падает, который ДБМ должен писать? Ну, вот это Dragon, не анонсит. Драгон, например, в рейд-чат пишет, что он так лагает, что умирает от метеора. Надо его поменять, потому что, ну, это минус. Минус одно тело мы бьем, считай. Если на метеора умирать. Это его проблема. Он на РТ плюсанул, значит, был готов. Может, сейчас что-то случилось с интернетом, не знаю. Если есть замена, можно взять кого-то. И сталкер, например. Не надо никого... А меча много, мало ДПС. У нас нету ретрика, которого, блядь, ты можешь... А тебе ретрик надо, банан для регена маны. Да тут столько друидов, блин. 5 штук вон свету. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узрит баф. Начало эры. Давай проверку.
что, а в РСке не поверишь лагать. Ты чтобы я все понял, давайте я все планую, что кого-то лагаю. Леха, специальный кадр вывел, смотри, блядь. У меня, сука, 7-8 FPS. Нормально все. Там же по косту видно, что уже идет. Брон, Теор. Из лужи можно выйти? Проня. Салю по провокатору. Метеор. Перебежали. Пусть рейдер стоять. В одной точке. Не надо, блять, разрозненно стоять. Будете все в одной точке прочь. Гидос. Все мобы будут идти в одно направление, в одну точку. РДД по большому сыграли? По боссу. Процент. Вот, хорошо, надо по большому было играть. Скажешь, когда? Заходим. Заходите, большой. Только не бейте. Вливайтесь. Звездочку и все, Тимич. Короче. Да, давай, подключи. 3 секунды. Перебегаем влево. Все перебегаем влево в звездочку. Подальше лужи выносить. Лезвие перебью. Тимыч, наперед выноси. Куда встали разрозненно в звездочку, говорю, встаньте. Кучно держитесь, прохиливать вас легче даже будет. Кучнее встаньте, пожалуйста, правда. Опа. 52. После лезвия должны переводить. Сейчас под жопой появится портал. Вот, вот у нас здесь. Все в одну сторону в свету встали. Там, где Брун находится, тут в той стороне его. Теорит, блядь. Тьма где больше ДПС. Могу смотреть. Свет, стоп. Свет, поправь. Нет, стопните, тьма, бейте. Моса Даркиса поднимает. Нарция Кладбон. Мелан там, да? Что там, Брон? Дэш добивается активнее по боссу. Свет подбивайте. Что с этим, Агро? Бафы, бафы. Моса Проню подними. В луже адмирал, блядь. Сука.
Тиме, ты трэш будешь забирать? Чё пухан дохнет? От возгорания. Трэш. Два ханта. Нет, отбивайте по чуть-чуть. А чё два ханта сдохли? Там, в смысле, какой-то дурачок, блядь, впритык к боссу метеорит уронил. Прям под него положил. Ты не мог сзади боссу прибежать? Надо левее взять, блядь, под хвост босса, перебежать там. Чё Денчик во тьме сдох? Свет, дайте Герву цветов. Прожимок ноль. Да не, не вытяну. Не вытяну. Так, Пухан был уже сдох, да? Ваханта тоже при... Адмирал тоже. Можете ложиться. Не выйти. У вас РДД нету, чтобы больших убивать.